Четвертый. Первый. Скинь шляпу. Ты забыл сказать, пожалуйста. Скинь, пожалуйста, шляпу. Как мы в следующий раз. Будем учить тебе манерам. Иди подумай над своим поведением. Дай, пожалуйста, шляпу. А, успеешь, нет? Да. Рядом со мной два рыла прилетело. Один в синем доме, другой в красном. Слева от меня. Может, это желтый и оранжевый? А, шуточка, блядь. Бля, не бей, плиз. Извинился. Опять какой-то деградант нахуй в команде. Заебали, блядь. Пришел с работы, хочу поиграть нормально, блядь. Какой-то долбоёб опять в команде. Ху, блядь. С нами примерно человек 300, наверное. Я насчитал 18. Плюс-минус, да. Ну, мы справимся. Хочу какать. Я уже это сделал в полете. Шумка и обтянет, блядь, стены. Давай лучше не больше ничего не дырить, а? Я лучше, а? Нет. Выключи это говно. Ну, пытался хотя бы, как бы. Мне кажется, ты больше не вышел, блядь. Вы бы знали, где я играю, блядь. В унитазе? Ля, почти. Ты компьютером клопишь, ты? Жена в четырехкомнатной квартире выделила место. Лоджия 3 на 3, блядь. Так понятно, почему тебя так слышно. Обидно, блядь. Давно женат-то? Да. Ну, тогда соболезно. Тестал транжок брус. Ни хрена не понял. Ну, очень интересно. Подчинки, да? О? Оу, да. Оу, да-да. Джлёмана, джлёмана. Бонжур, ёпта. Камена шлак. Какой шланг? Говори по-русски. Это у нас лобекский язык. Здесь тут рюкзак лежит. Повтори ещё раз. Здесь третий рюкзак лежит. Господи, что за терминатор? Я заберу тогда. Вы из какой вселенной, ребят? Марвел. Какие у тебя суперспособности? Спать, срать и кушать. Ах, как же мне все лагает. Ну что, у тебя слабое ПК? Да, я вообще с ноута играю. Ну, ноуты тоже бывают разными, мощными. У меня, например, ничего не лагает. А ты тоже играешь на ноуте? Ага. А ну-ка, рассказывай, что у тебя там за ноут. Acer Nitro 5. Красавец, правда? Это игровой ноутбук с диагональю 15 дюймов, разрешением Full HD и IPS-матрицей, на борту которого процессор Intel Core i7 и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, что позволит с комфортом играть в современные игры на высоких настройках. А дерзкий дизайн так вообще никого не оставит равнодушным. Еще у меня есть мышка из этой серии Acer Nitro, с подсветкой и цветовым индикатором, отображающий уровень DPI. И классный игровой коврик. Если вы хотите и себе такой мощный игровой ноутбук, который будет тянуть не только PUBG, но и другие тяжелые игры, то, возможно, скидка на игровую технику Acer поможет вам приобрести долгожданный ноутбук. Потому что прямо сейчас я и другие ютуберы совместно с компанией Acer проводим конкурс на поиск секретного кода. Мы спрятали по одной букве в 5 видео на просторах Ютуба. Ваша задача – найти эти буквы и составить слово. Если вы уже заинтригованы, тогда внимательно слушайте условия. Найдите все 5 букв. В описании под видео я спрятал для вас подсказку с каналами, на которых нужно их найти. Кстати, одна буква уже мелькнула в этом видео. Заметили? Составьте из найденных букв кодовое слово. Вбейте его в специальную Google форму, оставьте свои контактные данные, чтобы организаторы конкурса могли с вами связаться, и подпишитесь на ВК сообщества Predator. До 21 октября включительно будут подведены итоги. А также убедитесь, чтобы ваш аккаунт был открытым. Здесь нет никакого случайного выбора победителя. Выиграют все, кто найдет 5 букв и составит слово. Организатор конкурса отправит всем участникам, правильно составившим слово, уникальный промокод на 10% скидку при покупке любой модели Predator и Nitro. Этот промокод будет действовать на разовую покупку в официальном магазине Acer Online с 4 по 24 ноября. Но если не хочется ждать, а искать слово лень, то на сайте всегда есть большой выбор топового игрового железа и приятные скидки на самые последние новинки. Ссылочку я оставлю в описании. Всем удачи и приятных покупок. Хорошо, не мешает, да? Кнопка не мешает. Мне неудобно. Неудобно, знаешь что? Да мне неудобно, блядь. Мне похуй, блядь, да. Ах, вот так, значит, ты, да?
Всем привет, ребята. Здорово. Ща, тиммейты, ща, подожди, я сейчас, подожди. Я расскажу, почему неудобно. Смотри, вот. А вот, нам допустим, не интересно, почему вот тебе неудобно, понимаешь? Это вот твои так вот, проблемы. Раз такое. Смотрите, что еще. Ребята, как я понял, я с ютуберами играю, да? Вот это вот тоже неудобно, нихуя. Смотри. Ну это я еще согласен. Ну вот это. Это. Ну это можно одной рукой делать. Я но не вот буду говорить, вот как. Неудобно, но это можно, блядь, делать. Пиздец. Вот что с этим делать, а? Вообще неудобно, блядь. Ну что делать, блядь? Ну, ебаный в рот. Ну, дверь, блядь, закрыл. Как-то надо с этим бороться, наверное, блядь, да? Надо. Может быть, вы подскажете, что с этим делать? Ну, я могу сказать... Я на Лос Леонес уебусь, вы ж не против, да, тиммейты? Поднасыпали перца, блядь. Могу тебе порекомендовать одну всё мазь. Всё растоптали нахуй на Лос Леонесе, блядь. Может, поможет. Даже нехуй лутать. Но я не уверен. Это не лениболь, шо, блядь? Шо, говори, давай, слушайте. Я уже все сказал. А я не слышал, давай повтори еще, я... А вот ты не слышал, потому что ты думаешь только о себе, понимаешь? Ну естественно, как и все остальные тиммейты, которые долбоебы, блядь. Нет. Как они делают, да, понимаешь? Нет. Почему нет? Я, видишь, я прыгнул с тобой. Красавчик. И не только я. Молодцы. То есть вы хотите сказать, что вы нормальная пати, да? Не такие, как были до этого. Да. Ну, тогда базару ноль, я выключаю микрофон и делаю по кнопке. Тогда вообще вопросы сняты, окей? Конечно. И играем серьезно, на топчик. Ну, базара нет. А то, блядь, попались, честно, блядь, неадекваты, ебанутые. Я, блядь, буду учить, нахуй, всю жизнь, блядь. Товарищ четвертый. Да, слушаю вас. СЛР-ка есть, не хотите ли? Вот, мне. Да, конечно, с удовольствием. Нет, вы не четвертый, не к вам обращались. Дайте мне, пожалуйста, СЛР-ку, я уже... Там, всё, на первом этаже. Уже все забрал, уже, спасибо. Ах ты, ёпта. Ну какая у нас стратегия? Стратегия у нас такая, что ёбнуть всех и выжить всех. Как вам такая стратегия? Пойдет? Одна из лучших. Да, но для этого нам нужно как-то скооперироваться. А мне пока близко не подходите, потому что я сейчас быкую. Как вам такое, если вы сейчас просто попали в катку с таким киберкотлетником, блядь, скажем так. Ага. С киберлососем, да? Часов сколько КД, винрейт? В студию, пожалуйста. Давай в студию скажу, хорошо. Просто цифры. Цифры, значит, 8. 8 тысяч часов на игры, да? Ага. Да. Так, дальше. Но, прошу заметить, не на этом аккаунте. Мой ага, аккаунт ну конечно, основной... конечно, да. Это уже 5-й аккаунт, мы поняли. Так, а дальше что? Какой КД у вас? У меня 2 аккаунта. Вот этот. И ты меня, слышь, ты меня можешь... Да хули ты угораешь? Да, я здесь. Я сейчас... Ничего смешного, абсолютно, я согласен. Мне как бы хотелось бы, чтобы ты понимал, с кем ты сейчас... Знаешь, да, вот. Ну, я, в принципе, в голосе чувствую, да, вот такую вот уверенность, мужественность, что ли, даже я бы сказал. Понял, я понял. То есть ты как бы располагаешь к себе, это точно? Ладно. Звучишь очень убедительно. Я этого не хотел делать, но просто я вижу то, что вы нормальная пати, я вижу, что вы не хотите сливаться, я это вижу. Ага. По крайней мере, у нас пока еще не сошлась первая зона, вы не как все остальные тиммейты, которые сдохли до схождения первой. Поэтому мне кажется, что это будет игра очень веселой, как минимум. Она уже ею стала. Поднимай, в сыве, поднимай. Да не надо дым, просто поднимай, братан. Ну чё ты, блядь? Всё, он обошел. Ну, блядь. Мы потеряли бойца, ну как так-то, ну... Такого ценного игрока. Бывает, пацаны. Но я хотел помочь, понимаешь? Мы это ценим очень. Пока ты подходил, я хотел тебя прикрыть, понимаешь? Ну да. Пусть это был героическим поступком. Мы это расценим так. Ладно, мужики. Короче... Все, спасибо тебе. Не-не-не. Кто скотина? Я, что ли? Да ладно. Нет, спасибо тебе, говорю. Че, как она? Нормально, как сам. Хуёво. Почему? А с тобой, потому что в тиме. Все потому что черный? Да. Или гей? Ты еще и гей? Ты что, ты имеешь против? Тебя, да. Ты расист? Нет. Твой парень против общения с другими? Ты откуда знаешь про него?
По голосу сразу можно понять. По какому голосу? По твоему голосу. Почему? Гейский он. Гейский голос? Ну ты пытаешься это скрывать. Блять, у всех геев одинаковый голос. И знаешь, что у всех мужчин одинаковый голос? У всех мужчин мужской голос. Он писклявый, я не знаю его какой. Гейский. Ну научи меня так же. Не, я не могу, я же не гей. Ты же сказал, что у тебя есть парень. Нет, я сказал, что у тебя есть парень, и твой парень против. Нет, мне кажется, ты пиздишь. Ладно, может быть, про своего парня я наврал, у меня есть парень, но у тебя тоже есть парень. Зачем ты меня напиздел? Не знаю, нравится. Ну это плохо, ты же знаешь. Знаю, от того и нравится. Ну и что будем делать с тобой? Накажи меня. Так что мы с тобой будем делать? Тебя интересует после игры или сейчас? После игры в скайпе меня добавишь, и мы решим. Что такое скайп? Ну, там люди, где показывают друг друга письки и прочее. Нет, извини, я таким не пользуюсь, блядь, скайпом. Держись, от него подальше, просто и не поворачивайся спиной. Я не услышал. Что еще раз, скажи? Ничего, ничего, главное, что я остальных ребят предупредил. По поводу чего? По поводу тебя, что, ну, поаккуратнее, как бы тебя стороной обходили. Почему? Ну, мало ли, вдруг тебя там будет какой-нибудь ствол заряженный. Какой ствол? Ну, что-то вроде дигла. И что будет? Вот, я не хочу узнать, что будет. В его случае, говорю, там глок. Короткоствольный, да? Да, дигла ему еще расти и расти. Ты что-то сказал? Ты сегодня что-то принимал? По поводу? По поводу веществ. Зеленый обиделся, уехал. В закат. Сейчас, Аль, сейчас уже ночь. Сейчас уже рассвет. По-моему, сейчас ночь, да. Очки сними. Я там наш этот дом. Как он там оказался? Его же никто не нокнул, он сам разбился, или как? Да, гонщик. Бля, парни, вы были настолько крутые, то что я не знал, что делать, поэтому поехал и суициднулся. Я просто ничего не могу сказать. Это, блядь, просто 10 из 10 команда. И нажми на колокольчик. После этого ты можешь идти. Еще увидимся.